возможно, двери закрываются. Это на двери сначала, да? Ну, то. Ну, запись это. Ага. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны. 67-й шестин, состав Сыщукинска, интервал отправления 2 минуты. Контроль появится, все, можно. Ага. Мы поехали. Сразу надо на положение. Ну, 100%, ход, ход плюс, пару секунд поддержишь. Ага. И оно 100% уходит. Да. Бросить надо в кратковременный контроль, поставить до 40 раз. АЛС вы показываете 60. Не, АЛС 75. А, 75, да, АЛС. 8. Уже 80 показывает. Тут уже можно сыграло, да. Сейчас еще скорочка наберет скорость. Ага. А вот эти вот двери, они же были закрыты. Или что-то? Были уже вот кнопочки, они же 3-4 километра, они это, отключаются. И обязательно надо нажимать, да? Ну, сейчас я переключу, потому что двери будут справа. Ага. Я переключу на правые двери. Выбор двери. Отжал эту, включу эту. Да-да-да. Это правая дверь открывается. А это закрытие, оно постоянно горит. Правой рукой надо всегда держать на тумблере тормоз. Да, это как бы по инструкции, да? Да. Всегда. Ну, когда вход или в тормоз собираешь, или когда сигнал уменьшения, там скорость впереди, желтый или красный. Ага. Что-то зеленое. Так, ну, на выбеге можно, если все зеленое, можно не держать какой-то. Да. Все время едет. Сейчас там. Быстро он так вот останавливается. Уважаемые пассажиры, нужно прям воздух прям остановиться. Да, да. Ну, просто ваше удобно было делать, смотреть, у нас тут эти подъёжики. Ага. Туда вот смотреть надо. Вон туда, да? Ну и это задний монитор, а зеркало вот и вот еще. А, еще и зеркало, да. Да, да, да. Там смотреть надо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кузнецкий мост. The next station is Кузнецкий мост. Уважаемые пассажиры, зеленый горит. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Угу. Поехали. Сейчас он находится в седьмом, в шестом положении. Но не все сейчас пока это. А это выходной красный там. Волк, а вот это зря там. Это торможение. Все показывает, все зеленые. 4 минуты еще едем. Так целый этот проехать надо. Так, это у нас знак вот М. Металлоконструкция, да? Да. Металлоконструкция. Значит, там где-то где эти стоят. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. А 75 километров это у нас что? Ограничение скорости. А, тут ограничение скорости. Вот тут АЛС тоже 75 показывает. Ага. Так, 274 это цель. Это номер цепи.
вот прям пока зеленый показывает, значит можно прям по ЛС ехать. А вот эти гермоворота получается, да? Да. Вот, проехали гермоворота. Освещение довольно-таки объемное такое. Сразу видно там на 100-200 метров. Светодиодные, да. На старых, да. Ничего не видно. Вот сейчас получается следующий стоп в заграждающем положении, да? Или следующий красный. Т – это значит сбор схемы на тормоз. Там знак ты белый, Т? Нет, а я это, там получается зеленый и желтый был. А следующий должен быть красным, да? Нет, желтый, если... зеленый, потом... Ну, вот сейчас показал, да, это как, что значит, означает? Ну, желтый. Просто мы если догоним сейчас впереди идущего, то... А, это получается... Просто мы отстаем. Отстаем. Впереди ежики, они быстрее едут, ну как быстрее, они двери быстрее открывают, закрывают. Ну, да. А вот я и заметил, что они быстрее едут, ежики. Они то может не быстрее, но именно на станции они побыстрее. А, да, на станции они двери скрывают. Здесь под компьютер все. Пока он, ну, тут продумано. Долго это открывается. И двери закрываем. Ну, главное, чтобы все вышли. Ну да. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Зеленый надо называть, время отправления. Там. А, вот все, да, и надо ориентироваться 52, по этим. Да, вот. 52.40. А время сейчас? Ну, время так мы опаздываем. Опаздываем, да. Сейчас посмотрим на улице 905, насколько мы опаздываем. 54, сколько там? 54, я не вижу. Ага. Ну и секунды еще. Да, 50... 50, что ли? 54-50, да.
получается на 10 минут, что ли? Получается 1905, а мы опаздываем на 6,5 минуты, да? Ну, сейчас пока отправимся. Ну да. Так, давление в тормозном двигателе. 3 атмосферы. О, видите, а, вот, да, напорный. Да. Напорная магистраль, вот. Чё? Нет, это тормозная цилиндр. Вот это тормозная цилиндр, да. Вот это напорная. А, это напорная и тормозная. Тормозная цилиндр. А, да-да-да, это тормозная цилиндр. Ну, сейчас мы тронемся, там тормозной будет 0. Видишь? Ага. Видишь? Да. Вот. И вот тут же, тут минимум, максимум тормозных цилиндров. Это напорная, тормозная. Ну, можно, правда, вот прям вывести на монитор все эти. Во всех вагонах. В каждом вагоне, да. Ну, то есть у тебя какие-то есть там, что-то не дает, ты смотришь, какой вагон, что-то. Ага. Можно все вводить там, тяга, там, как сбор схемы, там. Видишь, я на тормоз собрал, видишь, собиралась схема. Ну, двери-то, вот это всякие там вагонные оборудования, там, что все в порядке, там автоматики, там. Ага. Все можно посмотреть, выходя из кабины. Мы видели, вот как принимают там. Минут 20-30 он принимает все, собирает схему. Ну да. Что что-то говорить нужно, да? Ну, микрофон. Тут нажал на информатор, все там. Ну да, ну это у всех есть. А с диспетчером-то вообще, что я так понимаю, да. Связь. Ну, она пока молчит, если молчит, вызывает. Да. Что она обычно там говорит-то? Ну, и выдержку может сказать. Выдержку там сказать, я сделать. Она называет, вот, например, поезд номер 174, 29-й маршрут там. На станции там, например. Полежаевская, сделайте 2 минуты выдержки, ты отвечаешь. Ну, да. Выдержка это значит притормозить, ну, да? Ну, постоять 1 минуту, постоять. Потом отправиться. Ага. Понятно. Или что-нибудь еще вас спросит, там, почему вы отправились увеличенным интервалом, там, или еще что-нибудь там. Или ты сам ему дал. Да, что-то там увидел, например, там какой-то этот. На путях, да, и сообщил. Ну, это вообще был пиздец, если что-то на путях. Ну, мало ли, это не ну, то, что или там вода течет, да, вода течет, там, да. Вот, смотришь, какой-то пакет, там, перекот такой-то, там, вот пакет, 85, там, например. Ага. И деньги последние, там, 85 плюс 50, там, пропало трубу, там, пожарную трубу, да, попадает на путь, на контакты, если попадает. А это, если... Будет вода там, это сразу так ничего не предпримут, не остановить. Ну, она и да. Вот, видишь, труба вот эта вот сбоку, да, 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 вот, да. Там пожарная, там, ага. Вода, вот давление. Сейчас открывает, что она, ну, там на стык один пробивает, она течет. Ну, и перекрывает это на станции, а ночью потом латает. Вот если вот посередину, посередине рельсов, это что за рельсы там? А это между рельсами еще рельсы? Да, между рельсами еще рельсы. А, ну это привезли, чтобы их менять. Потом. Просто менять потом. А, или поменяли, потом увезли. Ага. Тоже получается М, да, это металлоконструкция. Увязан. Увязан. Он же это. Если бы было над цифрами, то
это другое что-то назначение там. Ну, это значит. Значит, это светофор прям просто металлоконструкция. Да. И а? номер металлоконструкции. Да, но они погашены обычно. Ты ага. видишь это все. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Щукинская. The next station is Щукинская. А здесь показания всего вагона, вольта этих аккумуляторов, да? Да. Только первого вагона. Только километра напряжения на контактном рельсе. Вот этот вот. На контактном рельсе, да? Да. Ага. Это только первого вагона. А, только первого вагона. Включать это ВП, да, а, в ноль. Вперед. Вперед. Сейчас он, отключ... он сейчас отключен нас. Не, он вперед, он сейчас в машине. А, он в ВП, он включен. Да, включается. Вперед, да. Ну это основное, это как бы включатель наш. Да. Если его отключать, то он тут будет.